Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас яблочный самбук. Очень люблю этот десерт. Без выпечки, без муки. Начнем. Здесь я желатин немножко залила водой. Подробный рецепт под видео. Видите, теперь нам надо растопить. Я ставлю на водяную баню. Дальше. В десерт входит белок. Если вы уверены в качестве белка, можете добавлять сырой. А я немножко тоже прогрею на водяной бане. Дальше, пока у нас желатин распускается, я расскажу про яблочки. И у вас есть время подписаться на мой канал. Яблоки я запекла в духовке и при помощи блендера измельчила. Теперь мы добавляем все ингредиенты и взбиваем. Желатин у меня уже растворился. Смотрите, он какой. И я на водяную баню поставила белок. Соединяем. Самое главное, чтобы желатин не закипел. И взбиваем, пока у нас белок прогревается. Посмотрим на наш белок. Еще немножко пусть погреется. По вкусу добавляем мед. И продолжаем взбивать. Наш белок прогрелся. Тоже добавляем сюда. И взбиваем. Наш десерт готов. Посмотрите, какой он красивый, нежный, воздушный. Очень люблю этот десерт. Разливаем по бокалам. И ставим на пару часиков в холодильник. И великолепный десерт готов. Без выпечки. При подаче вы можете добавить немножко корицы или фрукты. Очень вкусный десерт. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. И до новых встреч. Великолепный яблочный самбук готов. Очень вкусный.